У нее хорошие собаки. Ну, я вижу всех, почему-то у нее. У одной собаки толстый зад. У первой. Ну, или если я... Сива. Золотистый эфир. Плющевский грифон. Континентальный, то есть спаниель павильон. Мопс. Конкурсе лучший юниор. В ринге остались претенденты на призовые места. Второе место занимает собака породы Азиэр. И первое место в конкурсе юниоров занимает участник с собакой Среднеазиатская овчарка.